Приветище! Это Спасатель Островов, и мы продолжаем очистку этих ледников. Кстати, помимо всего прочего, здесь у нас появился какой-то новый автомат. Новая машинка. Сейчас мы ее очистим, и что это? Ростки какие-то. Интересно, ну-ка, давай поболтаем с ним. Я сплю, поэтому я пока не могу вам помочь. Вот же ж, блин. Ладно. Пластик и алюминиевые банки у нас убраны. Осталось только очистить от грязи пруды, деревья и, конечно, земляные участки. Интересно, что нам предстоит посадить в этот раз вот здесь? Давай посмотрим. Winter Fox Glow. Опачки. Вылезли грязнюки опять. В этот раз я хочу поймать одного грязнюка и запульнуть его прямо... Ага, промахнулся прямо вон туда, в ледяную воду. Иди-ка, заледени. А этого мы с тобой отмоем. Возвращаемся к нашим семечкам. Короче, нам нужны снежные лисьи семена. Походу, без Пигби нам не обойтись. Пигби, мне нужны твои семена. Есть они у тебя? Точно, они у него есть. Мы их купим обязательно, но сперва нам нужно очистить еще и другие земляные участки, чтобы понять, какие семена нам еще нужно будет дозаказать. Вот этот у нас есть участочек. Ух ты, к нам пингвин прибежал. Здорово. Ой-ой-ой-ой. Так, здесь есть снежные лисы. Я увидел по значку. Кристалл снайпер. Ага. Что здесь у нас? А тут у нас еще одни семена для лисов. Может быть, здесь что-нибудь для белых медведей? Как ты думаешь? Наверное, кристалл снайпера это для медведей. И что мы получаем? Нам нужно раз, там, по-моему, два, да, вон там вот, два, раз, два. Короче, мне нужно два вот таких и два таких. Высылай! Спасибо за скорую доставку. Это тебе не Почта России. Блин, надо что-то выкинуть. Ладно, монетки пока выкину и соберу снайперы. Что ж, садим сюда. Садим снайпера вот сюда. Эти растения нуждаются в удобрении для роста. Я могу помочь вам с этим. А, ты проснулся наконец-то. Стреляйте необходимые ингредиенты в мой слот, и я превращу его в красное удобрение. Ну хорошо. Да, вот тут вот показано, что нужно полить водой и удобрить. Ладненько. Давай сперва мы высадим все семечки. А потом займемся удобрениями. Так, куда нам еще нужно одну семечку посадить? Скорее всего, сюда, да. Опачки. И еще нужно отмыть деревья. Вот тут вот я пропустил, смотри сколько. Там он еще траву какую-то пропустил. О, к нам ледяной краб прибежал. Все, траву очистил. И появляются грязнюки, монеточку надо забрать. Монеточки все убираем, убираем. Блин, попал мне в лобешник. Монетку отпу... Да что такое? Что начинается-то? Сколько их тут? Ты посмотри, какое огромное количество. Монетку верни. Монетку. Стой, 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 стой. Фух. Слава богу. Да сейчас я к тебе приду и принесу твои ингредиенты. Ты не видел, что тут грязнюки набежали? Отбился еле-еле. Все лицо мне измаюкали своей грязюкой. В общем, что тебе тут нужно? Нужны кокули, креветки и ледяной камень. Ну что ж, креветки у нас вот тут где-то... О, кстати, вот кокуля. Заберем кокулю. Сразу же ее отнесем, пожалуйста. Креветки у нас вот тут растут. Ты что, все креветки сожрал? А, нет, не сожрал. Я у тебя одну возьму. Закидываем креветочку. Ледяные гемы у нас были в самом начале, где-то здесь. Ух, и далеко же мне пришлось убегать. Вот они. Я думаю, что одной тоже будет достаточно. Хотя нет, давай возьму два на всякий пожарный, чтобы сюда не возвращаться. Все, я все принес. Держи. Вот ваше удобрение. Соберите его с помощью своего мусорного бластера и выстрелите в кристалл рассада луцина. Ну хорошо, я попробую это сделать. А где? Вначале я тебе еще скину одну ледяную эту штуку. Забираем, значит, удобрение в капсуле. Кидаем сюда и поливаем это все. Ну-ка, ну-ка. Что из этого вырастет? Ух ты, нифига себе, какие кристаллы огромные.
И это еще оно не выросло. Нифига себе, бекон! Это же бекон для медведей! А медведи тут появятся, нет? Медведи, вы где? Ладно, давай еще вот этот вот цветочек польем. Посмотрим, что из него вырастет. Кажется, у нас крабик один забил свой животяу. Давай освободим ему. Там, кстати, он как раз накакал. Нам эта какуля нужна будет для удобрения. Так, удобрение, все. Что у нас здесь вырастет? Интересные какие плоды. Ух ты, красота! А вот и лисички, пожалуйста. Арктическая лиса. Вот с лисой я бы задружился. Лисы мне нравятся, они прикольные. Почти как собаки, только хитрее. Здорово! Смотри, сразу к фруктам побежал. А, голодный, голодный, да? Ну, блин, у меня все слоты заняты, так что извини, дружище, тебе придется подождать, пока они сами упадут на землю. Пойдем возьмем еще одну креветочку. Ага. И нам нужен еще один шарик с удобрением. Держите, пожалуйста. Вот он шарик. Да что ты делаешь, лиса? Шальная какая, а? Толкается еще. Удобрение, значит, засыпаем. И поливаем. Все, осталось последнее семечко. Но там, в принципе, ничего сложного. Просто нужно ее полить. Вот так вот. Ну, медведи, давайте, приходите, уже пора. Я вас тут заждался. У нас тут краб отъелся. А тут кто у нас спит? А, это тоже крабик. Там у нас, вон, смотри, пингвин отъелся. Давай свои монеты. Ура! Медведи! Полярный медведь. Наконец-то, мы вас так долго ждали. Какие они все-таки няшные, эти медведи. Я думал, они будут, знаешь, какие-нибудь грозные. Они такие прикольные, забавные. А, подожди, нет-нет-нет, мы же еще с ним не задружились. Надо ему бекончика подкинуть. Места нет, черт. Сейчас будет место. Давай возьму парочку бекончиков. Привет, Миша. Медмедь Михалыч. Все, он просит мясо ему закинуть в рот. Держи. Еще одно. Че, этого достаточно будет? Набил свое пузо, да? О, какой ты здоровенный, Шарамба. Давай я тебе помогу. Он йены... Стоп. Йены в воду не должны упасть. Короче, он нам дал 20 йен. Это круто. Ну че, я могу на тебе покататься? О, да. Знаете ли вы, что белые медведи могут использовать свои когти, чтобы подняться по ледяным склонам? Ну, конечно, я знал. Используй белого медведя и пройди через ледяной туннель и открой дверь в пустынный биом. Ох ты ж, нифига, там пустыня, что ли, будет? Ну-ка, покажите нам. А, точно, там пустыня будет. Я уже отсюда увидел. Вон, видишь, там горы обычные, не снежные. Ну чё, медведь, погнали. Вначале мы полазим по льдам. Вот сюда забежим. Блин, как он быстро бегает. Уху! Здорово. Еще нам нужно вон там яичко забрать. И нужно не забыть еще спасти тут всех животных. Освободить их пузо от монет. У нас уже 8 яиц. Везде я залез. Вот тут вот еще есть яичко. Так. Ну все. Нам еще нужно будет сходить к автомату по размену валюты. Скинуть йены и забрать обычные монетки. Сейчас я спасу тут пингвинчика. Кто тут у нас остался? Лисы. Надо лисов откормить. Сейчас я им помогу. Лисички мои, идите сюда. У меня для вас очень классная еда. Держите. Голубое мясо. Ну вы прям... Вы что, мясо не хотите? Зажрались. А, во-во-во, смотри. Ой, как они кушают-то, а? Прям сама осторожность. С рук не берем. Нужно все сделать аккуратно, чтобы не запачкаться. Так, откормили одну лису. Осталась вторая. Лисы тоже нам дают йены. Так что забираем их. И тут лисичка у нас тоже отъелась. Шикарно. Все, вот эта часть у нас очищена. Шикардос, белый медведь, поехали, у нас есть дела. Нам нужно заехать в банкомат, чтобы обменять валюту. Интересно, этот морж выдержит еще и медведя белого? Давай попробуем. Опа! У-у-у, на медведе смотри, как мы полетели. Шикардос, нифига себе ты мощный моржик.
Слазим. И ловим момент, когда можно обменять валюту. Вот, можно. 90 монет, обалдеть. Я все это, конечно, сейчас не унесу, но... Это очень круто. Глянь, сколько там монет валяется. Просто жесть. Прикинь, сейчас бы на меня грязнюки напали. У нас тут, кстати, было одно яичко. Ну как одно? Даже не яичко, а склон, на котором, вероятно всего, есть яичко. Вот тут вот. Ух, как мы поднимаемся. А там золотой ключик нужен, которого у нас еще нету. Ладно, давай хотя бы... Здесь проход есть. Что это такое? Просто пустая территория, здесь ничего... А, нет, вон. Можем вот сюда спуститься. И там будет яичко нас поджидать. Где оно спряталось-то, а? Хитрое какое яичко. Ну а здесь нам нужно просто сделать мостик. Вырубаем воду. Ну вот, в принципе, все, мостик готов. Осталось только найти золотой ключ. О, какой замечательный мост получился. И где бы он мог быть? Скорее всего, там, в песчаной области. Что ж, поехали, медведь. Нас ждет жара. Интересно, а белый медведь сможет ходить по пустыне? Ну вот она, эта ледяная пещера, так что нам сюда. Погнали. А мы теперь и не катаемся, и не скользим, потому что мы на белом медведе. Я сразу заметил яичку. Так, подожди. Нам дали достижение за когти. Вон там вот яичко есть, надо его... Опа. Хорошо как. В принципе, мы можем еще перелететь вон туда, где нужно разбить слоном камни. Я думаю, что на белом медведе мы бы туда долетели. Хотя не факт. Ладно, давай по стариночке откроем здесь область за деньги. Покупаем эту область. Вы хотите купить эту новую область? Да, я хочу купить. Хорошие работы, ну а я полетел. Давай, упиливай отсюда уже. О, да. Ну что, Мишка, пойдем я тебе покажу жару. Тут ты можешь загорать. Ого, как тут, нифига себе, мы катимся по песку. Смотри, какая песчаная горка здесь. Уху. Эй, Бионавт, эта область нуждается в воде. Пришло время научиться создавать вещи. О, что-то новенькое. Ты можешь использовать строительного бота для сборки всякого разного, когда вы видите значок сборки. Давай же попробуем прямо сейчас. Иди и активируй строительного бота. Ну ок. Вот он, этот бот у нас тут сразу. Попробуем что-нибудь построить. Какая-то музыка подозрительная. Прям очень подозрительная. О, налоговик! Ништяк. Я сейчас скину ему все монетки, точнее токены. И мой инвентарь теперь свободен полностью. И сейчас мы приступим к строительству. Вызываем строительного бота. Смотри, какой он прикольный. Готов к вашим командам. Просто покажите, где строить. Но нам нужно построить вот здесь вот, пожалуйста. Он сейчас кран нам здесь построит. Я готов строить. Опустите необходимые элементы в мой слот для сборки, чтобы завершить строительство. И что тебе там нужно? 5 токенов. Блин, зря только что токены скинул. 5 токенов, давай заберем. Держи свои 5 токенов. Готово, вот и вода, пожалуйста, у нас есть. Замечательно. Правда, нужно тут прибраться очень хорошо. А то у нас пруд весь грязнючий. Куча... Ух ты, стекло появилось. Ничего себе, алюминиевые банки и стекло здесь. Пластика, походу, нету, да? Новый вид мусора. Ранее мы такой с тобой не видели. Значит, здесь и появился новый мусоросборник для стекла. Только где он? А, вон он, зелененький, смотри. Вот он, зелененький. Сейчас мы его отмоем. Опс, не то. Хотел загрязнить. Нам нужна водичка. Вот так. Ну все. Значит, стекло в зелененький отправляется, а алюминиевые банки у нас в желтенький. Это сюда. Опа, а вот и яичко спряталось у нас тут за грудой мусора. Все, трэш-автоматы забиты. Берем 2 токена. И отправляем весь мусор на переработку. А еще нам нужно очистить банкомат. Что мы сейчас с тобой сделаем.
Давайте, ребят, возвращайтесь быстрее. Очень много работы. Пойдем к автомату, точнее, банкомату. Автомат, банкомат. Очищаем его. И нам сейчас нужно будет, скорее всего, пин-код ввести, да? Что-то... А, мусор. Тут куча мусора. Мусор убрали. Все, отлично. Да, пин-код придется ввести. Грязники появились. Блинский. На тебе. Где еще? Вылазите все на... Угу, видел. Опасность! Где-то еще один должен быть. Вот он. И последний. Монетку спер, ах ты! Да стоять! Монеты мои, я жадина-говядина. Отлично. Нам нужно ввести пин-код в банкомат и скинуть все золото туда. А пин-кодик мой вот такой. Замечательно. Еще никто не смог взломать мой пин-код. Закидываем сюда монетки. Ух ты, а вон ключик есть какой-то. Но он не золотой, серебряный. О, тут, наверное, будут муравьеды, смотри. Это же огромный муравейник. Сейчас мы его как раз очистим. Муравейник. Муравьед. Скорпион. Обалдеть. Подожди, скорпионы едят муравьев? Или это... Ну да, это муравьи. Ну ладно, пусть будет так. Обменник. Надо тебя отмыть. Скорее его отмываем. Скорее всего, тут тоже будут иены. А может быть и не иены, а доллары. Не знаю, вот это вот что за валюта фиолетовенькая. Тут нам нужно что-то посадить. Сейчас узнаем, что. Десерт поппи. Красные семечки, смотри, какие. Больше похоже на какие-то яйца. А тут у нас какие семена. Что нам нужно здесь посадить? Тоже красные семена. Эй, Миша, не толкайся. Что за наглюшь какой-то начался, а? Если тебе жарко, я же тебе говорил, скупайся. Так, что-то здесь еще где-то есть загрязнение какое-то. А, вот. Все готово, и к нам вылазят грязнюки. Сейчас я его поймаю сразу же. Давай, иди ко мне, иди к папочке, вот так. Стоп, я слышал рычание. Мега-грязнюк вылез. Отправляем этого купаться, а этого сейчас... Не-не-не, только не рыгай. Только не мои кактусы. Блин, он зарыгал мои кактусы, засранец. Мега-грязнюк очищен, а этот монетку хочет спеть. Где-то еще грязнюк должен быть. Вот он. Че, все, я со всеми разобрался? Ну, слава богу. Кстати, крабы дают нам доллары, смотри. Зеленые доллары. Вот это поворот. Очищаем последние два куста. Точнее, муравейник и кактус. И вот здесь чуть-чуть. Блин, как здорово, когда у тебя в трэш-бластере огромное количество воды помещается. Че, вроде бы все. Вроде бы я все очистил. Осталось только дождаться двух новеньких животных. А они придут, когда я посажу семечки. Что ж, Пигби, твой выход. Мне нужны красные семена. Две штучки. Спасибо. Я, кстати, только сейчас обратил внимание, что доставщик, он в виде свиньи. Это бот-свинодоставщик какой-то. Две семечки есть. Ну, давай посадим, посмотрим, как будут выглядеть эти семена. Одно сюда, другое вон туда. Заливаем все это водичкой. И что у нас вырастет? Что-то где-то я уже подобно видел. Такие розовенькие цветы, в которых будут фруктики. Ох ты ж, нифига себе! А это кто у нас? Армадилла! То есть броненосец! Он питается вот такими фруктами, странно. Они больше похожи на кузнечиков. Фрукты-кузнечики какие-то. Или это саранча? Может быть и саранча. Ну ладно, пойдем еще тот зальем. Цветочек. Медведь, отойди. Ты не видишь, что цветы растут? Что ты топчешь цветы? Наконец-то он убежал. Эй, ты там не рычи, не обижай моего броненосца. Или скорпиона. Ну что, вроде бы все. Осталось только спасти всех животных, чтобы они приобрели свой цвет. Броненосец, я вовремя к тебе подошел. Давай я тебя покормлю с рук. Держи. Вот, пожалуйста. Какая вкуснятина, да? Один броненосец у нас готов. Сколько ты долларов? 10 долларов он нам даст? Крутяк. Смотри, какой классный у него расцвет. Балдежно. Какашечку гоняет.
Ты что, с какулей играешь? Ты завязывай с этим. Остался последний скорпиончик, и мы тут все. Ура! Территория очищена, пойдем в обменник сейчас. О, тут еще доллары остались. Я нигде ничего не... Блин, и тут? Что это такое? Почему они квадратные? Что они съели? Киви, что ты с ними сделал? Смотри, броненосцы устроили подъем, чтобы помочь вам добраться до ключа. Запрыгивай на броненосца, затем на скалу, чтобы забрать ключ. Спасибо, Кэп. Вначале мне нужно деньги обменять, а потом я уже займусь ключом. Так, где обменник я видел? А, вон он. Нам нужны доллары. Доллары сейчас... Ай, упал доллар. Ждем, пока он поднимется. Ну давай, поднимайся вверх. О! Поймал момент. Ого, 102 доллара, крутяк. Я богач! Какулю надо только выкинуть. Сыпется и сыпется, боже мой. Все, у меня все карманы забиты монетами. Пойду в банк. Ну что, вроде бы я все тут собрал. Все монетки подобрал, обмен произвел. Можно запрыгивать на броненосцев. Опа. Вот и ключик. Он, наверное, нам откроет вон ту дверцу. Нам, походу, туда. Мы тут все собрали? Все яйца нашли? Вроде да. Ну что, давай откроем эту дверцу, посмотрим, что там. Отличная работа, проходи, пожалуйста. Спасибо. Здесь еще есть мостик? Здорово, я здесь, глянь-ка наверх. Извиняй, но путь тут разрушен. Чтобы добраться до следующей области, вам нужно будет найти путь до меня. Может быть, некоторые из банков помогут вам? Что ты имеешь в виду? Кредит, что ли, взять на мост? У меня, в принципе, должно быть все в достатке в плане денег. Я думаю, что у нас хватит средств построить здесь мост. Давай... Конь? Или это осел? Здоровенько, иди сюда. Чё тебе надо? Ты не друган, случайно ли, акулы? Ты меня тоже хочешь кинуть? Какой ты здоровый. Да, походу он друган акулы. Посмотри, у него там карманы набиты деньгами. Ладно, давай поболтаем. Ну, привет, друг. Меня зовут Баки. И я скажу тебе, что тебе сегодня повезло. Интересно, почему же мне повезло? Но сперва позволь мне задать тебе вопрос. Вы любите деньги? Ну, конечно, вы любите. Всем нравятся деньги. Но я здесь, друг мой, для того, чтобы доказать тебе, что деньги растут на деревьях. Вот этот поворот. Это действительно так. И у меня есть доказательства. У меня на самом деле есть больше, чем доказательства. И что же это? У меня есть семена денежного дерева, которые ты можешь купить у меня прямо здесь, прямо сейчас. И стоимость, между прочим, очень низкая, 30 дублонов. Ну и что ты скажешь? Попахивает кидало, вот серьезно. Но очень интересно. Если мы не купим, мы не узнаем, денежное это дерево или нет, давай поэтому купим. Я покупаю. О, да, спасибо. Я чертовски взволнован. Я чуть не расколол штаны. Еще раз спасибо. Ты теперь счастливый обладатель настоящих денег. Да, конечно. Я знаю, что это полная лажа. Теперь возьми это семя и посади его прямо сейчас. И оно превратится в дерево, которое сделает вас очень богатым. Ты, главное, подожди и увидишь сам. Ох. Ну, по крайней мере, этот осел никуда не убежал. Вот оно, это семечко. Давай попробуем посадить его, ну, вот сюда. Выглядит, по крайней мере, оно таким золотым, интересным. Поливаем. Ну, давай, не подведи меня. Расти, расти, мое дерево. С денежкой. Монеточкой. Пока ничего на нем нету, абсолютно. По-моему, это какой-то лохотрон. Смотри, пустое дерево. По-моему, это был обычный желудь даже, я тебе могу сказать. Деньги-то где? Че за ветки одни? Ну, капец. Слышь, осел, по-моему, ты меня одурачил. Че за фигня? Все? Оно выросло, нет? Ух ты, смотри-ка! Реально деньги! О май гад! Меня не одурачили! В какой-то веке! Оу, выглядит сногсшибательно! И похоже, что ваше денежное дерево вот-вот расцветет! По-моему, оно уже расцвело, нет разве?
Будьте готовы, чтобы быть очень богатым. Чё, мне уже собирать можно? Ну чё вы мне крутите-вертите это дерево? Можно я соберу уже монетки? Что такое? Он мне не дает собрать монеты. Удачи! Я ухожу отсюда. Наслаждайся своим денежным деревом. Ну ладно. Что происходит? Чё за... Блин, это всё-таки кидалово! Чёрт подери! Вы были обмануты, Баки! Да, я знал, что этот осёл ничего не предвещает хорошего. Денежного дерева не существует, так что тебя обманули. А где ты был, Киви, блин? Ты же всё тут знаешь. От тебя помощи не дождёшься, а я тебе, между прочим, яйца собираю. Ты должен быть осторожен, когда вы покупаете у чужих семена и другие предметы. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, это так. То есть, если это слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, ложь. Наверное, так Киви имел в виду. Ну что, на сегодня, я думаю, что с меня хватит уборок. Осёл ещё меня тут подвёл. Так что мотай на ус, не доверяй ослам и акулам. Ну а на сегодня это всё. Если тебе нравится эта игрулька, то с тебя лайк. Не забывай его ставить прямо под видео. И, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.